С 26 апреля по 9 мая в связи с переходом на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» будет временно приостановлен прием заявок на оказание услуг по линии недвижимости. Переход на новую систему организован в праздничные дни, чтобы часть времени, когда услуги будут недоступны, выпала на нерабочие дни. При перемещении на «Единый государственный кадастр недвижимости» будут поэтапно оцифрованы все ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости, недопущения коррупционных рисков. С 26 апреля по 9 мая 2023 года будут приостановлены прием заявок на государственную регистрацию недвижимости, на регистрацию движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации, и на техническое обследование недвижимости. Ввиду того, что документы на бумажных носителях изготавливаются больше и имеют факты доставки, в ЦОНах прием заявок будет приостановлен раньше. Все заявки, поданные до 26 апреля, будут получены своевременно. Вместе с тем отметим, что со 2 по 9 мая текущего года будет приостановлен уже онлайн-формат. Будут приостановлены также системы банков второго уровня, налоговых органов и нотариусов.